И к другим темам. Заседание круглого стола на тему содержания и соблюдения правил благоустройства территории Ленинского района прошло в Махачкале. Архитекторы, представители коммунальных служб и общественные активисты вынесли свои предложения по улучшению внешнего облика зданий, рекламных конструкций и сооружений города. Спикеры обсудили также острую тему вывоза мусора. С места событий Лариана Шамхалаева. Разработать и утвердить схему размещения контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Поставить земельные участки для сбора мусора на кадастровый учет. Такие поручения озвучил заместитель главы администрации Ленинского района, обсуждая за круглым столом эстетическое состояние города. Когда мы видим засоренные контейнерные площадки и когда нам приходится привлекать к административной ответственности тех организаций, клининговых компаний, которые занимаются вывозом мусора. Также мы часто привлекаем к ответственности ресурсоснабжающие организации, которые часто проводят, к сожалению, земляные работы без получения каких-либо разрешительных документов, то есть ордеров на проведение земляных работ. За последние 3 месяца более 1000 организаций и физических лиц привлечены к административной ответственности за нарушения различного рода. По словам спикеров, захламляют придомовые территории и компании-застройщики, избавляясь от крупногабаритного строительного мусора и нарушая тем самым правила санитарной безопасности. К сожалению, наши строители считают, нет необходимости устраивать ограждения вокруг своих строящихся объектов, захламляют строительные площадки строительным мусором, имеется бытовой мусор. Об озеленении, освещении и ремонте дорог, о нехватке скверов и игровых площадок высказалась Хажав Батрудинова, проживающая на улице Зои Космодемьянской. Женщина сетует, что для прогулок с детьми во дворе дома 58 и 58А нет никаких условий. Дело в том, что у нас во дворе нету детской площадки, нету вечером выйти вот посидеть, чтобы нету такого благоустройства. Очень хотелось бы, чтобы в этой проблеме вы подействовали. По итогам встречи спикеры обратились к жителям с просьбой ознакомиться с правилами благоустройства территории на сайте районного собрания и следовать им. Лариана Шамхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ Махачкала.